чтобы это дело закончить, давайте сделаем, чтобы эти записи извлекались. Я сейчас быстренько сделаю как раз хорошая вещь. По-моему, долларов 60 пожизненный доступ. Самое простое сейчас. Самое простое. Ну, вот это возьмем. А с поиском. Там был четвертый бустрап. Сейчас будем пятый. Где у нас был с поиском? Ладно, поиск потом ставим. Вот как раз есть у нас здесь выпадающее меню. Отлично. Пока не будем ничего здесь пилить. Берем наш навбар. Так. Секунду. Вот наша навбар. Ну, его надо допилить, конечно. Так, не то нам надо. Нам надо только... У нас теги боди все есть, да, знаете. Мы берем только навбар. Без скриптов, без ничего. Это очень удобно, как мы делаем, потому что вы сможете всегда его редактировать, и сайт не будет ломаться. Заходим в наш файл. Templates. Тут у нас есть навбар. И сюда вбиваем. База HTML. У нас, по-моему, должен быть. Сейчас проверим. Пока нет. Что нам надо сделать? Его вставить сюда. Так. Теперь понять, куда мы будем вставлять. Так, нам надо вставить в базовую, правильно? Правильно. Ну все, так и делаем. Так и делаем. Идем в справку, ищем include. Вот форма записи. Загружает, отображает с текущим контекстом. По сути дела, вы можете делать полные HTML-страницы, даже другие, и просто потом их вставлять. Это очень удобно.
два варианта. Include template name, include конкретный HTML. Мы будем вставлять по принципу вот этому. Написано очень подробно. Нам надо в базовый файл. По сути дела, нам надо верхний блок body. Вставляем. Заходим в Novbar, копировать относительный путь, открываем базы, вставляем. Templates у нас считывается, папка Templates проект, но Novbar. Наш Novbar появился. И та-да-дам! Прекрасно. Захотели один поставить, захотели второй, не ломая проект, редактируем как хотим. Пока мы ничего тут не правили, видите, он совершенно обычный, но у нас есть. Мы будем это использовать сейчас, чтобы вы поняли, нам же надо выводить записи, чтобы пользователь вошел, и проверить это. Ну давайте сделаем. То есть нам надо делать то, что мы с вами уже изучили. Тот же вариант, который я, помните, вам говорил, ребят, такой момент здесь. Что изучите URL, да, то есть, чтобы отлетал. Потому что все остальное мы уже по справке, что не понимаем, основы понимаем, писать можем. Мелочи всегда можем найти и посмотреть, да? Ну, так как мы с URL разобрались, даже не будем смотреть. Открываем наш Novbar. Нам надо dropdown в меню. Так. Так будет проще. Мои посты. Теперь где ссылка? Просто-напросто то, что мы учились раньше. URL. Жанка понимает, что работаем в URL. Пошли в URL. Вот наша name. Вот наш класс, да? Так. Далее, как строка name, то есть по этому name Django будет понимать, что обратиться, что вытянуть. Пошли в представление. User. Вытянуть юзера. Через пробел.
юзер. Ну и, по-моему, вся магия. Так, я не понял. Мы что, не там поправили? Обновим. А. Что-то не то. Сервис. Ага. Что-то не то сделали. Да, не там поставили. Посты. Все должно там теперь быть. Посты. Мои посты. Так. Отлично. Все правильно. Anonymize user. Просто тут надо еще вывести исключение. А почему нету? Потому что нам надо отдельно указать страницы 404, 403, то есть Anonymize user. Видите, мы не вошли. Давайте посмотрим. Система аутентификации у нас нету пока. Угу. Система аутентификации мы еще не поставили, поэтому как Django распознает? А, нет, сейчас посмотрим. Вообще должно работать. Ну, все работает. А вот под демо мы не войдем. Но это надо вход, потому что это что у нас сейчас? А, это посты. Это что-то мы не то там сделали. Посему пока поправим. Это сервис. Здесь можно... Вообще, откуда оно взялось? Надо просто вот так, пока тут ссылки нету. Все посты. И пока ссылок не ставим. Потом все посты. У нас пока ничего нету. Мои посты у нас есть. Все нажимается. То есть, все у нас работает. Прекрасно. Все посты. Мои посты. Вот все, да? Там еще открываем сразу. Так. Ну, пока нам, в принципе, это и не надо. Ну, это сейчас, это я так для себя посмотрел. Так. Задача вывести посты пользователя у нас выполнена. Работы еще дофига. То, что мы обговаривали, что надо еще доделать. Ну, дизайн сами сделаете, как вам нравится. Конечно, тоже надо все заделывать. Но, тем не менее, в плане
плане разработки именно программного кода мы достигли всех результатов. Пока все. Нам еще надо переписать с вами функцию. Как я обещал, в Юху-то мы могли по-другому написать, и еще по-другому могли написать. То есть вариантов куча. На следующем уроке перепишем.